Стратегия для бинарных опционов Fibonacci Scalper относится к категории трендовых и представляет собой универсальную систему со встроенным фильтром, который анализирует курсовую динамику выбранного вами инструмента на двух ближайших старших таймфреймах. Эта торговая система очень популярна среди трейдеров из-за довольно частых и своевременных сигналов. На сайте разработчиков эта система продается за $97, но с нашего сайта в ознакомительных целях эту стратегию и наш настроенный шаблон для торговли бинарными опционами можно скачать абсолютно бесплатно. Ищите ссылки в описании под видео. Устанавливаются индикаторы этой стратегии в терминал MetaTrader 4 стандартно, а для тех, кто еще не знает, как это делать, полезные ссылки на инструкции будут под видео. Ну что ж, давайте разберем ее подробно и проверим, насколько же она эффективна и стоит ли своих денег. Эта стратегия состоит из двух индикаторов – Fibonacci Trend и Fibonacci Scalper. Fibonacci Trend – это интерактивная панель, состоящая из нескольких информационных блоков, которые отображают следующую информацию. Какой на рынке действующий тренд? Например, зеленый тренд вверх, красный тренд вниз. Аналитика для принятия решений – покупать, продавать или не торговать. Информация о тренде на старших таймфреймах, какая текущая цена на данный момент и цвет текущего бара. Настройки индикатора Fibonacci Trend стандартные, и все параметры условно разделены на два блока – настройка внешнего вида с позицией на графике и включение или отключение всевозможных алертов, оповещений. Второй индикатор Fibonacci Scalper сигнального типа и служит для определения момента открытия сделок. И когда на графике появляется голубой квадрат, открываем опцион Call, а когда красный квадрат – опцион Put. Настройки Fibonacci Scalper тоже стандартные и немногочисленные. Очень важно запомнить следующее, что на алерты индикатора Fibonacci Scalper можно реагировать только после закрытия свечи, на которой он возник. До закрытия временного интервала сигнал на открытие сделки может исчезать, если цена вернулась в диапазон ниже или выше порогового значения, но после закрытия свечи он уже не пропадает. Это очень важная особенность, о которой всегда следует помнить, торгуя бинарными опционами по стратегии Fibonacci Scalper. Таким образом, все, что необходимо сделать трейдеру после появления очередного сигнала, дождаться закрытия свечи для его верификации. С этой стратегией справится даже новичок, легко ориентируясь в быстро меняющейся обстановке биржевых торгов, а об отсутствии направленного ценового импульса трейдера предупредит сообщение на информационной панели «No Trade». Обязательно проводите тестирование всех индикаторов на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!